сидит. Тим, как тебе сидится? Чего вы пожатываете? Малек меня шатает, как в пузе. Вас, вы думаете, не пошатывает? Тим, тебя что шатается? Это пузо Юли. Смотрите, вот у нас Артем любит собирать лего. Артем, покажи свою прическу, как тебя постригли. Идеально. Верни боком. А другим? Какой красивый. И вот он тут сидит, собирает свои бумажки. Ой. Конструкторы. Бумажки. А я слежу, читаю, блин. Так мне худо. Ну ты не читаешь же. Читаю. Ты не читаешь. В глубине души я читаю. Что? Что слышал? Какая глубина души. Кстати, всем привет. Глубина. Ты снимаешь сейчас? Я так и не понял. Сейчас начну. Макариза! Нет, стой, еще не началось. Макариза! Бука-ка-ка-биза-би, бука-биза-ли-та-и. Ты не снимала? Выключай зелку. Ладно, стой, подожди. Это я типа выключила? Ну, сам я сейчас включу. Сейчас будешь петь бука-биза так же, ладно? Есть такая группа в ВК, и там пишут отзывы, как кто сказал, ну, сейчас такой урод был, меня такой урод, и пишут отзывы, короче, ну, о гонках там, просто я не могу себе такую смотреть, вот, и папа тоже отзыв написал, я вам сейчас покажу его, сейчас, быстрее, вот, смотрите, кому нужно будет, это, можете прочитать, сделать это паузу, я думаю, никому не нужно, и так, ух, так начали все, ну вот, вот. Ну это кому надо, но никому не надо. Ну и вот эти хвостки. Теперь я добавила, и вот. Все. Успела. Ну и чё, что ты галыш, малыш? Ну и что такое? Цензура! Ребят, я, наверное, буду с вами прощаться. Спасибо, что ты сегодня был со мной. И до завтра. Да, послезавтра!